привет. Вот у нас стали первые осенние деньки. Сегодня решил съездить на выставку охоты рыболовства на Руси, которая проходит в очередной раз на ВВЦ. Осенняя. Я думаю, что она будет небольшая. Там в основном будет тематика зимняя. Летней мало будет. Ну, посмотрим, сколько чего народу будет. Вот как раз иду к открытию. 9:53 в 10 часов должна открыться. Погода сегодня очень хорошая, небо ясное, сегодня 7 сентября, день города в Москве, так что посмотрим, народу много, уже 8 часов, метро забито почти, 75-й павильон, сейчас мы к нему подойдем, посмотрим. Что-то особой вывески-то никакой нету. Сейчас увидим. Очередь за билетами стоит. Видно, только открыли, начали только продавать. По всей видимости. Вот, все, мы зашли на выставку. Очередь небольшая была. Все-таки мы пробились. Сколько стоит? А ложки титановые, да? Сколько такая ложка стоит? 2,5? Канадских. Ну, неплохие, в принципе. Русская мармышка. Слабовато, да? Слабоватая выставка. Почему? Почему? Потому что вроде как бы зима, и все-таки вот этот кризис, который 3 года убивает людей, вот он сказывается, сказывается совсем. Оптовики практически не приедут. Но есть распад такой, что приедут на весну в севере. Потому что в феврале выставка будет, а у них в марте рыбалка начинается. В феврале, да. В феврале самая мощная. Мне кажется, вот эта осенняя, она нет. Так. Был момент такой, что вот это осенний, я зимний, у меня весь зимний ассортимент, идеальный, то есть есть серебра я наделал, как бы, специально для магазина, и люди берут, но не так, как бы, там, люди берут, приходят, интересно. 999-я проба покрытия, все делается на ювелирной фабрике. Я всем объявляю, ребята, я не делаю упаковку, я делаю мормышку, блесну, а упаковку не делаю. Хотя говорят, в принципе, вот упаковка, упаковка. Вот вариант. Пузо полный.
Вот вкуса можно, да. Паста, любая паста работает. Любая паста практически. Но фишка в том, интересно, что когда ты на дно ее опустил, на дно опустил, и по дну постукал, начинаешь поднимать. То есть у тебя привязано за плавник там отверстие. А когда поднимаешь, как шаг делаешь, сантиметровый где-то, сопротивление воды на хвост, и получается, как бы малек что-то нашел и вытаскивает с воды. То есть хищник его и так схватит. А вот белая рыба видит, что малек что-то нашел, она уже не осторожничает. Она уже хапает, и иногда вытаскивает плотну вот эту рыбинскую килограммовую, она ходит с хищником, с окунем, с сенцом, иногда с лещом вместе ходит. Да. Вот ты ее вытаскиваешь, она вот так вот захватила. Угу. Ну люди говорят, а как это, что она хищница? Я говорю, не, мутирует. А почему? Потому что просто инстинкт у маленького надо забрать. Это, ну это в золоте как бы для прикола. Да. Не, вот такая расцветка есть, я вот на такую ловил. Вот. Так это она рабочая, да, замечательная. Это специально для подвески делается. Да, то есть лесочку привязываешь, и вместо тройника на лесочке привязываешь мормышку, да. Угу. То есть вот это зеркальце, да. То есть работает идеально. И я уже пытался сделать, ну, по-разному, просто чем легче мормышка внизу, чем легче, тем она интереснее играет. То есть вот специально сделаны под этот вариант. И 200 видов разных. Я просто здесь... Интересный вариант, когда ты работаешь с мухами, да. И вот как можно со смолой поизгаляться, сделать типа мухи. То есть судак это делаю, жерех, сейчас вот жерех, а так судачок. Вот они так вот, жереховка получается, а так судакова получается. Да. И вот тюлька, тюлька тоже замечательно себя зарекомендовала, тюлечка. Угу. Тюлечка работает, ну, на всех водах. Почему? Потому что... Ну, это она как бы имеет свой вид интересный. Почему такой вариант? Это пористое серебро. Да, я вот специально серебро черню, и потом специальной резинкой делаю вот так. И получается вот такой вид. То есть и с этой стороны, и вот с этой стороны. А когда играешь, это вот для жерехов заброс. А когда играешь ей, да, то есть получается рябит рыбе, ну она как бы такой, она более смелее. Вот такая резинка, но это как эластик обыкновенный, только в большом виде, да. Вот что можно сделать с серебряными блестками. Это специально патио сделаешь. Вот берешь вот так. Вон серебро. И уже пузо, пузо белое, да. То есть серебро оно позволяет себе работать. Ну, на всех, в принципе, что-то. Даже оттенку расцветок можно иметь. Конечно, конечно, видите, да, я ряпушку сделал, это ребрышко сделал. Можно только пузо сделать, только спину можно сделать. И в принципе так. А получается материал это серебро пористое. Вот, вот зачерненное полностью было, черное вот такое. Я взял почистил, вот видно, что следы чистые. Да, и получилось. То есть для щуки вот эта блесна. Самый один из оптимальных вариантов. Почему? Когда свечингуешь, начинаешь ты его дергать, вот здесь образуется воздушный пузырь. И лепестком его разбивает, и он как хокает. Вот она получается половина. Так главное, что резинку я хочу сделать, назвать матовик. Почему матовик? Вот делаешь матовое. На блестящее не всегда все ловится, на матовое всегда ловится лучше. Почему? Потому что отблесков нету таких. И рыба на матовое, она видит размер, видит все и как бы ориентируется нормально. Вот это матовик. Даже можно отработать матовиком вот на такой белой. Да-да. То же самое. Когда начинаешь ее мотить. Обязательно, она проявляет, она более светлый цвет делается, чем вот здесь, вон, видите, сразу видно, да? Вон, заставляют блеснуть и играть по-другому, и звук создают, и тройник можно одевать, как здесь, вот на любую эту сторону можно тройник, и блесна играет, то есть на большой течке и тоже можно, тройник ставишь на вторую, на третью, это самое, и она на течке начинает, как подранок работать, да? Вот эта блесна, она тоже очень универсальная по работе. Вольфрамовый, да, у вас? Да. Цена какая?
Будет показывать по первому фильм, по бончику, вот что они повесить. Визуально вот так вот. 200 грамм, а нам 8 больших, здесь поменьше. А у вас какая-то новая пешня, что ли, да, появилась? Или это одна и та же, да? Вот практически та же самая пешня, только здесь ножка будет. И цвет. А, ну, понятно. Что, это хвост у нас старый вариант, это ступенчатый вариант. А крепится он к одной? Да, так же, точно на болтовой. А, то же самое. Нет, я имею в виду тут болтовой сидит. А, да, получается шпилька, ну вот, получается. Также они вкручиваются резьба в резьбу. А чем преимущество вот этого? Ну, она меньше детонирует, то есть за счет второй ступеньки, когда при ударе он гасится, импульс удара, и на руку не переходит, поэтому рука сильно не отматывается. А ценник ее какой сейчас? В этом же пределе примерно. Около 1000. Да нет, в районе 1000, да, начал. Можно посмотреть. Выставка, конечно, маловато. Небольшой павильончик. Охота в другой стороне выставка. Электронный дробь, который... Весенняя выставка, конечно, побогаче, сейчас побольше зимнего ассортимента. Вот эти таблеточки свинцовые. Ладно, прогуляемся, посмотрим. А что за крючки здесь стоят? Корейские. Да, рубеж до 20, да? Сейчас не будет. Смотрите, у нас там не тепло. А сверху тепло. Это уже защита от нагрева, да, вот это идет с такой? Да, там внутри поставлен плату на огневую форму с фабрикой. Это перенесем, держим 10 градусов. Вы можете внутрь пройти, посмотреть габариты. Да, там сама палаточка. А еще какой-то тент дополнительный? Да. А это специальный материал, да? Да. Который не горит, да? 1000 градусов. То есть эта труба до красна нагреется, он не повреждается. Не нужен дополнительный теплоизоляр. Это вставной элемент в окошко, унифицированный. И он, если изнутри посмотрите, он со шторкой термостойкой, чтобы стенку защищать. Мне кажется, я уже за час все, что можно, обошел. Очень маленькое помещение, маленькая выставка. В основном одежда, мормышки, блесна. И трактор пахнет, тем лучше он выпускает рыбу. Есть такая запомнилась. И это наши друзья из Самары. У них вот такой новый поводок вышел, титановый. Называется Soft Hero. То есть, как жесткий титан, да, только мягкий. Правильно? Ну, действительно, он гибкий, сохраняет форму, как положено титану. Да, но при этом он мягкий, то есть он бьется гораздо проще, чем... И покрытие идет такое матовое зеркало, которое немножко бликует и делает поводок практически невидимым в воде. Рекомендую, компания ВИН, Самары, привет. Всегда, очень часто, ну, практически на всех наших мероприятиях. А вот эта приманка... Я про нее долго могу рассказывать. Она такая любимая моя приманка с 2 лет.
это юбилейная модель компании Genesis. То есть это доведенный до совершенства Whopper. Прям до совершенства. В чем его прикол? Во-первых, компания очень долго его придумывала. Она придумывала его долго-долго. Года три они его разрабатывали. Как раз, а на Судака что-нибудь есть Whopper на течение? Заброс. Какая граммовка у них? 20 грамм. 17,5. На акку подойдет, да? Там 4-5 метров. Есть 35,5-5. 35 грамм? Нет, 3,5-5. 20 ровно весит. Она идет просто идеально. У нее четко направленная траектория движения. У нее вертикальный и горизонтальный ролик. Вот так она идет. Ну скажите, красота. Ну это вообще самая беспонтовая проводка в этой приманке. Инженеры компании вот что в нее заложили. Опускаете спиннинг вниз и делаете вот такие легкие тычки в нее. И вот тогда начинается совершенство. Вот она как начинает идти сразу. Вот как раз вот эти движения, которые сейчас совершает эта приманка, вот они самые как раз те, которые очень-очень нравятся вот этому типу рыбы, который я сказал. Это идеальная приманка. Это у вас новый который, да, вот этот плавающий? Новый, мы 2 года уже его производим. Сейчас мы доработали картографию. Можно составлять карту. Полноценная работа приложения выглядит следующим образом. Проходите галсами, составляет карту глубин, можете ставить точечки, пролистывать эхолокационное окно и смотреть, в какой точке наиболее перспективное место. Для лета, для лодки идеальный вариант для заброса. Для зимы... А он работает по Wi-Fi? Да, по Wi-Fi, соединяться с телефоном через бесплатное приложение. Wi-Fi это просто способ соединения, это не интернет. А батарейка как вот? Аккумулятор встроенный, заряжать телефон от USB. То есть достаточно простое устройство. Можно, если не хотите, с телефоном. Отдельно есть такой вот блок для него. Можно купить блок, и все то же самое будет. И на телефоне посмотрите летом, и зимой можете на год посмотреть. Но только в черно-белом таком варианте. Не только для зимней рыбалки, но в том числе и для летней. И ловить ею там окушков. Использовать там бортовую удочку. С рекционщиком, да? За счет того, что у нее есть возможность. Я не держу. Там 6 литров. Вообще до 15 килограмм. Машина. Сами делаете, да, вот это? А это типа маск-халаты, да? Маскировочные сети. А. Сети или сети. На себя? Нет, это охот, на охоту, чтобы замаскироваться, и вас дичь не видела. Это на себя или на что-то? На что-то. А. На себя и на себя вот. А. Да, сами делаем. У нас сотрудник сам производит. Ну, судачка какие-то. Прям как худовые цвета. Ну, вообще все цвета рабочие. У них там разница есть покрупнее тельца и поменьше. Вы взяли, по-моему, поменьше. Да, поменьше. Да? Дайте вам такое вот. Давайте. Поменьше, да? Да. Две, да? Нет, а еще как-то. Это, да. Ой, это, скажи, Лёшки, так нету. Нет. Абсолютно.
Ощущение. Посетил выставку охоты рыболовства на Руси, вышел. Выставка небольшая, два небольших павильона, рыбалка, вот, и охота. Ну, там в основном живая тематика. Выставка маленькая, я думаю, что большая выставка будет это где-то весной, в конце зимы, февраль месяц. Так что вот так вот, погода хорошая. Ну, все, всем пока, спасибо за просмотр. Ставим палец вверх. Спасибо.